Добрый день, дорогие друзья! С вами интернет-магазин Pneumat24.ru. Сейчас рассмотрим пневматический пистолет под названием UMAREX Swiss & Wesson MP45. Давайте посмотрим, что у него внутри. Внутри у него идет инструкция. На русском языке нету. Ну, в принципе, и не нужно. Основные его характеристики. Емкость магазина 19 металлических шариков калибра 4,5. Система газобаллонная. Баллончик вставляется таким вот образом. Откидываем заднюю часть ручки. Вот я сейчас сильно дернул. Она у меня снялась полностью. Поэтому сильно не нужно ее дергать. Тихонечко раз. Все, вот она отлетела. Так, ну вставляем баллончик. Давайте сейчас один закрутим. Так, здесь у нас поджимной винт. Сейчас мы его затянем. Не очень хорошо затянул, но ничего страшного. А с правой стороны находится у него предохранитель. То есть в таком режиме вот нажимаете, распусковой крючок просто легко нажимается, но пистолет не стреляет. Как только мы его переключили, то есть в принципе все хорошо. Что касается прицельности, как видите, очень интересно сделано. Здесь зеленым сама мушка имеет белую точку, поэтому очень удобно прицеливаться. А так сам пистолет выполнен из пластика, ну, в основе, конечно, металл, то есть и механизма. Поэтому за его деньги очень хороший аппарат. На этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин Pneumat24.ru. Ссылка под видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. До скорых встреч!